Духовной жаждой томим, в пустыне мрачно я влачился, и ноги сами привели меня к холодильнику. Боже мой, духовная ли это пища? Что я там нашла? Просто паштет есть надоело, просто свеклу есть надоело. Совместим их вместе. Может, добавим маслечко подсолнечного или сливочного. Ой-ой-ой, у меня есть кунжут. Поехали. Свеколочка почищена. Взята терочка. И что мы делаем? Чем мы занимаемся? Беру часть свеколочки в сторону и натираю на мелкую терочку. Паштетик-то у нас мелкий. Думаю, и свеколка должна быть мелкой. Почистила, вернее, натерла. А какая свеколка без чеснока, а? Почистили. Натру на терку. На ту же мелкую, что и свеколку. Боже, боже, мои ногти. Все, спасли ногти. Все в порядке, не волнуйтесь. Так, паштетик идет. Паштетик. Идет. Все, пошел паштетик. Возьмем, наверное, вилочку. А паштетик у нас типа с грибами. А что мы тут делаем? Разминаем вот эту прелесть прелестную со свеколкой. Прелесть прелестная. Я не знаю, теряюсь в догадках. Наверное, все-таки майонезика добавлю. Вначале я думала маслечко. Или все-таки маслечко. Посоветовалась я сама с собой и решила майонезика. Ой-ой-ой, много нельзя. Так. Делаем перемес. Я думаю. Или как вы думаете? Может, еще что-нибудь добавить? Зеленушки какой-нибудь. Лучка, например. Зелененького или чеснока. Сейчас бегаю на огород и принесу. А на огороде, который у меня на окне, вернее, где-то есть мой огород, есть чесночок проросший. Вот так. Мы с ним поступим. Так как-то покрасивше будет чуть-чуть зелени добавить. Боже мой, что-то ножик мой тупой. Если тупой ножик, то надо заточить. Другого выхода нет. Выхода нет. И полетели. Теперь меня терзают смутные сомнения. Как же его съесть? Ой, подсушила хлебушек. Вот он у меня красивенький. Может, все-таки сделать бутербродики. Бутербродик. 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 Или маслечко. Раз. Сливочное. Ва, красота. Берем нашу смесь. Не знаю, салат это или уже не салат. Хо. Красота. Как вы думаете? Надо что-то еще придумать, а то так как-то скучно. Да, вначале я думала, что будет салатик. А теперь решила, что все-таки бутербродик. Так, опять маслечко. Тут оливочки.
Красота красотильная. Трам-тарадам-там. Там-там. Так, как вам бутер? Еще один красивейший бутер. Боже, что ж он такой много. Что-то я, ну ничего. Много это не мало. Большому куску и ротик радуется. Ого-го. Ну как вы думаете, что это за семена? Это кунжут. Мы будем долго думать и гадать. И что мы будем делать? С чего начнем? Кого будем пробовать первым? Ла-ла-ла-ла. Вот это. Ротиком. Боже-боже. А как хрустит вам, слышно? А вкусы смешались? И буряк не чувствуется в полной мере? И паштет не чувствуется в полной мере? Ну, они смешанные, да. Ну, вкусно. Необычно. С оливками надо будет еще попробовать. Так, оливки, идите сюда ко мне. А с оливками совсем другой вкус. Вкусненько. Рекомендую попробовать. Всем приятного аппетита. До скорых встреч в новых сериях. Импровизация продолжается. Остаток пошел мне обратно в ту же емкость. Завтра съем еще пару бутербродиков. Ох, зачем я заглянула в холодильник, кто знает. Ладно. Пару глоточков не повредит. С такими бутерами.